Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. С добрым вас утром, с хорошим днем, с отличным настроением. Если вы вот с таким настроем проснетесь, с таким настроем начнете свой день, очень есть большая вероятность, что весь день сложится так, как вы задумали. Ну, конечно, не все прям идеально, но самое главное, вы сделать успеете. Это важно. И, конечно же, важно точно так же заботиться о себе и не есть лишнего. Я не говорю, что там вам нельзя есть того, другого, пятого, десятого. Главное, не есть лишнего. Потому что любая лишняя еда, она идет вам во вред. Она не приносит вам здоровья. Только излишне нагружает ваш организм, да еще и откладывается потом в виде жировых запасов. Если вы только начинаете свой путь стройности, и вам сложно быстро перестроиться, поменять свои привычки, вам сегодня поможет сегодняшняя стройная фишечка дня. Показываю. Это сухофрукт, в данном случае сухой персик. Это альтернатива конфетам. Если вы, например, любите чай пить непременно с конфетами или с печеньем, конечно, на первых порах очень даже советую заменять сухофруктами. Они по калорийности где-то 2,5 раза менее калорийны, чем шоколадные конфеты, поэтому если с большой чашкой чая вы выпьете, съедите 1-2 штучки кураги или чернослива, это будет гораздо лучше, чем 1-2 конфеты. Но помните, что они тоже все-таки калорийны, поэтому сотнями граммов их точно есть не стоит. В идеале я вот, например, сухофрукты ем очень редко, ну иногда в кашу добавляю. В основном я все-таки предпочитаю свежие или замороженные овощи или фрукты, потому что ну, в них больше и веществ полезных сохраняется, и они объемнее, потому что вода из них еще не ушла. Ну, если пить чай с мандаринкой или яблоком для вас уж совсем экзотика, пейте с сухофруктами, они, конечно, более сладкие. Вот такая стройная фишечка дня. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы и, конечно же, оставайтесь на связи и ставьте лайк. Всего вам доброго, пока!